Гензеев, капитан команды «Татнефть» после бронзового финала, после победы 3-0. Ну, Ром, скажи, какие впечатления, потому что соперник похвалил за тактическую вариативность, то есть поменяли план на игру, если действительно было так, то с чем это было связано? Да нет, особо не меняли, просто в зависимости от того, кто выходил, может, первая шестерка или вторая немножко менялся рисунок игры. Но на самом деле мы изначально планировали всеми людьми, которые с ней есть, играть активно наверху в честь соперника, не давать им через короткую передачу начинать, чтобы они убивали мяч вперед и за счет выигранных верхних единоборств, которые у нас чинники могут позволить себе выиграть, должны были владеть инициативой. В принципе, так оно по большому счету получилось. Соперник через центр, через короткие передачи не мог выходить, приходилось им сваливаться на несвойственную игру такими длинными передачами. Естественно, им было некомфортно, а нам очень даже комфортно было играть. Ну что скажешь по поводу судейства, потому что соперник опять же жаловался на него, и претензий было много. Не знаю, может быть, там был момент для пенальти, наверное, да, какое-то спорное было, где наш защитник попал мимо мяча чуть-чуть. Ну, не знаю, как по мне, но, может быть, я как такое пристрастное лицо не могу сказать, что там, если я был в роли ребят, которые играют в той команде, может, мне тоже казалось, что соперник, что судья судил как-то не совсем корректно, но, как мне показалось, вполне себе. То есть, ну, упрекнуть судей в том, что они с каким-то предубеждением вряд ли можно, а с тем, что ошибаются, ну, мы тоже ошибались, не забивали в пустые ворота, они в том числе, поэтому они могут такие претензии сами себе предъявить. Ну и турнир для «Татнефти» завершился, бронзовые медали. Как оценишь его результаты, положительные или отрицательные? Я думаю, что то, на что мы были готовы, в принципе, на то мы наиграли. Вторые после сильных команд могли играть спокойненько в финале, по большому счету, но действительно шансов было бы, наверное, мало. То есть, ну, потолок второе место, а то, на что мы, как бы, в принципе, наверное, сейчас соответствуем, третье место вполне себе для нас считается, наверное, потому как мы начинали соревнования, как мы усиливались по ходу, для нас это положительный исход. Вот, хочу сказать спасибо организаторам, если это все вопросы, то нам очень понравилось, мы с удовольствием поучаствовали бы еще. Тут еще много решено, по техническим причинам пока не можем, так что, может быть, встретим в Шевле в формате на 7, уже, может быть, летом, мы обязательно участие приняли. Все, супер, это был Роман Левентьев, капитан бронзовой команды «Татнефть». Спасибо.